Шведский экономист и автор бестселлеров Кьелл Нордстрем оценил использование английского права в работе Международного финансового центра «Астана». По мнению бизнес-гуру, это станет существенным доводом, который привлечет крупный бизнес в нашу столицу. Таким мнением он поделился после мастер-класса, проведенного в рамках «Астана Инвест Форум». В 2015 году Нордстрем признан одним из наиболее влиятельных мировых специалистов в области менеджмента. Аналитик также является автором книг, среди которых «Бизнес в стиле фанк». Работа получила огромный успех, была переведена на 39 языков и продана в количестве миллиона экземпляров по всему миру. В интервью нашему каналу Кьелл Нордстрем рассказал, что именно привлекает инвесторов в Казахстан. Иностранные инвестиции очень чувствительны к таким вещам, как неопределенность и непрозрачность. Чтобы не отставать от мира, нужны единые правила и благоприятный инвестиционный фон. Самый простой пример – действия английского права в рамках создания Международного финансового центра «Астана».